Беслан, дзюдо это сложно? Сложно, но это приятно, очень приятно. Олимпийского чемпиона Беслана Мудранова объявляется открытым. Все, на сцене, надо, чтобы все разогрелись.
Я
только не здесь снизу, а чуть-чуть повыше вот здесь. Тишина. В районе локтя. Вот смотрите. Тишина, внимание, слушайте. Вперед показывали, да, вот этот тот же захват, только мы вперед показываем. То же самое, только мы сейчас не вперед тянем, да, заходим, а назад к нему заходим. Но руками так на себя тянем, чтобы у него реакция была такая. Когда вы человека на себя тянете, чтобы куда не упасть, у него такая реакция. Поэтому вы руками вот на себя тянете, а ногами на него идете. То есть про это вытянули на себя, партнер создается удивление, и вы готовите. Сейчас атаку, вперед, не обязательно будет. А сейчас мы чего не делаем, просто ногами вперед. Вот. Смотрите, как руки работают. Внимательно смотрим. Так вот сейчас мы делали теперь назад. Сначала. Вот смотрите. Раз, два. Раз. Смотрите, у партнера пяточки должны быть оторваны. У жушек, где их завалить? Смотрите, рука. Передание силы через руки. А вторая рука вот сюда останется. Вот. Обратите внимание, как кимоно натянуто. Как обе руки работают. Обе руки работают. На себя и на него. Вверх. На себя и вверх. На себя и вверх. Вот. Давайте. Все, разбираем. Сейчас покажем бросок через стекло со стойки. Все знают? Тут разные варианты, смотрите. Можно с этого оборота сделать, а можно отсюда сделать. Можно отсюда сделать. Ну давайте классик покажем с оборота. Теперь смотрите, некоторые вот так. Просто с прыжком. Раз, два. Ну мне так неудобно делать, потому что с прыжком, то для меня, когда ты с прыжком заходишь, ты уже там остаешься. Все. Шансы, если ты не бросил, и тебе повезло, он просто уйдет в броска, да, и ты выйдешь. А так ты уже с прыжком уже все разбиваешь. А так шагом, если заходить, можно выходить обратно, если ты даже не поймал соперника.
Вот смотрите, вот сюда вышел, можно обратно. А с прыжком остановился и все. Невозможно назад. Поэтому легче и лучше, наверное, будет эффективнее сделать шаг. Вот смотрите. Раз, два, вторая нога сзади. Вот смотрите. Не забывайте, что руки, руки вот тянут. Теперь смотрите, не обязательно его вот сюда вытягивать. Вам надо всего лишь расстояние до входа. А дальше вы все равно будете ногами. Вот смотрите, я поднимаю жизнь. Одна нога вытягивается, а вторая нога поднимается. Дальше, я уже не спешу. Я что-то слышу. Как будто ногами вверх. Как будто барабан накручиваете. И нога заходит. Вместе, что будет. Нога ее будет сюда. Левая нога, если я в левую сторону. Потом подворачиваю. Вот смотрите, вот эта нога у меня сзади и между его ног стоит. Я его поднимаю ногой, а дальше, когда он сопротивляется, я его спиной бросаю. Вот сюда. Выше спины встречаете. Давайте я покажу, как это. Вот смотрите. Теперь смотрите, я плечо со стойки, да, показал? Ну, сейчас мы будем делать этот просто, ну, чтобы у вас такая информация в голове была. Смотрите, с одного захвата нужно уметь несколько бросков хотя бы делать. Хотя бы три броска нужно уметь. Вот смотрите, мой соперник знает, что я всегда делаю этот бросок. И он ожидает, он ждет меня, чтобы я, когда я буду заходить, он меня поднимет, что через грудь бросок. Я примерно, я вот зашел, я уже почувствовал один раз, что он меня ждет. Поэтому я должен уметь с этого же захвата другой бросок. Теперь я знаю, что он меня будет туда вытянуть. Смотрите теперь, что я делаю. Я ему показываю руками вперед, и он, естественно, меня отхватывает, а вот сюда садится. Теперь я подготовлю для него прием. Вот смотрите, я захожу, специально делаю вот этот движение, чтобы он меня отхватил. Теперь смотрите, ногами вот сюда я захожу. Понял? Это я вот сюда. Понятно, да? За стойки можно делать. Если у меня ждет за стойки, можно вот тоже прием, только с колен можно делать. Вот. У меня со стойки уже, чтобы у меня через руки. Я просто захожу с колен. Сюда. Понял? Уже три приема с одного захвата. То же самое, это же захват, вот смотрите. Один раз показал, он знает, что я сюда захожу. Теперь он меня сюда не пропустит. Теперь я не сюда захожу, да, у меня а я вот сюда захожу. Четыре броска уже с одного захвата. Thank you.
этого же захвата мы сейчас сделаем ведро с головой пока. Теперь смотрите, если он левша, да, а вы в левую сторону делаете. Вы влево стоите и вы влево стоите. Вы просто подходите к нему, руку не надо его на себя вытягивать так сильно. Чуть-чуть дергаете вверх, вот сюда. Закрутили свою руку. То же самое, да, вместе с рукой, как через плечо я показывал. Сейчас мы делаем вот сюда то же самое, только мы сейчас голову прихватываем вот сюда. Если лево налево стоит, вот он левша, я тоже левша, да? Вот то же самое, я подхожу и беру. И не с прыжка тоже заходим. И вот сюда, и вот так заходим, чтобы здесь не остались, да. А тут же самое, шагом, обратите внимание. Шагом заходим, вот смотрите. Вот он влево стоит. Вот сюда. То же самое, только я ему голову прихватываю. Опорная нога. Рука. Обхватывает голову. За шею. Поэтому вы заходите. Смотрите, как я его держу. Вот здесь я его затягиваю прям очень сильно. И схватили подтягивание. Плотно подтягивание, партнера. Руками, ногами, туловище. Разобедренный сустав, спинечка, мышцы спины включаются в работу. И правильное сохранение равновесия, точки опоры. Такой вариант, если он левша, мы вот так подходим. Если он левша. Но если он правша, а вы левша, да, в левую сторону делаете. Вы вправо направо стоите вот сюда. Теперь смотрите, вот он стоит, вот эта правая нога чуть-чуть в сторону уходит. А так, если он правша, вы так же сидите. Все, здесь состояние, его можно обязательно. А так, чтобы его обмануть, вы вправо на уходите и разворачиваете вот сюда. Теперь он меня не сможет, потому что я его контролирую. Понял? Если он правша. Еще раз. Правая нога вот сюда уходит. Вот сюда. Потом разворачивается вот сюда. Когда левая заходит. Но руками мы его не отпускаем. Смотрите. Аплодисменты. Четкость, синхронность работы ног. Правильная постановка ног. Тяга руками. И контроль. Вот, важный тренинг. Да? Когда он левша, просто подходим вот сюда. Когда он левша, правой ногой уходим, правой ногой. И разворачиваем вот сюда. Вот. Давайте попробуйте. Все, разрешите. Вот так.
Еще раз.
Кричихин. Поджимаем. Следующий Кашинцев у нас выходит. Не долбишь, а вот мы уже не даем.